На ресурсе «Вокруг ТВ» вышла статья такая: «Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов впал в депрессию». Никита Джигурда заявил, что артист ушел в себя. Тут говорится заявление Никиты Джигурды. Он уверяет, что семье Ефремова угрожают. «Я знаю, почему это произошло. По моей информации, и ему, и Софье Кругликовой поступают угрозы. Именно из-за угроз, связанных с жизнью детей, Михаил Олегович делает нелогичные шаги и берет вину на себя и отказывается от наших экспертиз, которые реально могут его спасти. Увы, семью шантажируют. Цель – отжать у него все деньги и важные документы, связанные с театром «Современник». Это своеобразный рейдерский захват», – заявил Джигурда в интервью КП. А на этом все. Дам ссылку на...